Самый большой кластер в Подмосковье появится в микрорайоне Гусарская Баллада, где продолжается масштабное строительство школы на 2200 мест и детского сада на 400 воспитанников. Ход работ проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Что что-то делать? Внутри отделочная работа. У нас сейчас полным ходом монтаж инженерных коммуникаций. Строительная готовность сада более 50%. Уже выполнено остекление, установлены леса под монтаж фасада, завершено обустройство кровли. Ведутся работы по внутренним инженерным коммуникациям и вентиляции. В данный момент на объекте задействовано 85 человек и 6 единиц спецтехники. Я так понимаю, что нигде пока нет блокированного фасада. Фасад спланированного нет. Да. Сейчас пока, сейчас кронштейн набивается, потом после кронштейна набивается утеплитель. После утеплителя монтируется направляющий, и уже после направляющих на них крепится финишный покрытие. В конце сентября на объекте приступят к монтажу фасадов. Все внутренние и наружные отделочные работы подрядчик планирует завершить к 30 ноября. Оригинальный вариант фасадного решения позволит интегрировать образовательный кластер в сложившийся архитектурный ансамбль Гусарской Баллады. Цвет. Она и будет также выполнена, да? Да, да, да. И вот такой вот цвет. А вот эти вот цветные вставки это у нас под окнами, над окнами. Зеленый цвет, и цвет. В конце ноября после завершения строительства дошкольного учреждения будет подана заявка на проведение итоговой проверки Госстройнадзора. Ввести в объект в эксплуатацию мы планируем до конца года. И в следующем году здесь уже будет функционировать детский садик на 400 мест. Стройготовность школы 35%. Сейчас в ней выполняются работы по устройству металлоконструкций спортивного зала и входных групп. Электромонтажные и черновые отделочные работы, а также процессы по устройству внутренних инженерных сетей, наружных коммуникаций, выносу электросетей, дождевой канализации и наружного водопровода. На площадке трудится 111 человек и 8 единиц спецтехники. Первые ученики должны пойти в новую школу уже 1 сентября 2024 года. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».